там чисто вот типа боссы такие, три босса стоит, и все. Это вот... Если меня волка не берут, возьмешь меня в этот, в обычку? Крыжан. А, крыжан хуй знает, я пока что не хочу. Я либо хилом, либо танком. Короче, подрубил стрим, сейчас попробую сделать эту хуйню. Если кому делать нехер. А у тебя, кстати, вуду, да, стоит вот эта вот иконки? Угу. Попробую запилить. Так. Так, и мне дадут пуху, да? Чтобы я мог уже души собирать. А это вот, знаешь, на этом, на Джайне, допустим, когда она вешает дебаф, и у тебя прям загораются такие красивые, большие, анимированные на фреймах игроков. Это тоже от Вуду? Ну, типа, дебаф такой, он такой анимированный, большой, типа, никак не пропустишь, видишь, на ком дебаф. Так. Короче... Навершие посоха. Телепортировал вас в Нексус. Так, убить Киристразу и какой-то кристалл взять. Ну давай, попробуем. Ой, зачем ты этот слух читаешь? Попробуем. Стрим идет. Так. Типа как будто ты в психушке сидишь, такое ощущение. Нет, стрим идет, люди смотрят. Не могу бежать. А куда? Вот она. Куро это. Ось выравнивания. А чё тут? Я? Чё, вот сюда идти, да? Сколько у меня жизни? Блять, тут закрыто, нихуя себе. А как проходить-то, блядь? Наверное, налево, не? А, не тоже. Лабиринт, ёба. Не, я вон, налево, точно. Ну вот, могу смотреть. Ну-ка, давай, сила медведя. Штурманом заделался? Да, кровавый взор? Не, ну я просто это, как-то где-то что-то видел. То ли Полина проходила. Вага, скажи, как можно человек, который умирает от лезвия, чтобы навесить дебаф в РСХ, взять, блять, сколько? Ох, не знаю. Не, ну это мой косяк, там, я как бы, если бы предложили ГП, я бы не отказался за это. И то, что вот, ну, когда я сдох на... Ну, как бы, ну, из 10 пулов, там, я одну-два раза накосячил, это просто, ну, как бы, усталость, наверное, сказывается, не знаю. Я еще тебя тихо, ну, вернее, я тебя услышал, но я тебя не понял, что, типа, обижать босса. Когда все перебежали перед метеором, а я выносил метку и потом забежал в лужу, сам сдох, тоже затупил. Ну, это на одном пуле только было, а все остальные там прям идеально, там комар носа не подточит. А что, эту всю хуйню гасить надо, что ли? Да. Даже вон тех, хуйню. Где мог, да, 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 да. А у вечерника сегодня что будет? Ока, обычка. А после него? ХЗ. Вдруг не пройдете. Смешно, да. Просто если ХМ будет, скажете, я тут, не знаю, мини там или вдруг предложить. Так вы вчера ходили в ХМ. В ОКО ХМ мы не были еще на этой неделе. А, я думал про РС. Ну, РС ХМ вчера был. Кстати, а чё вчера упало? У вечерников. Там меня там не было. Лёхи там тоже не было. Там кольцо на хаст МП5 упало, его Аркан забрал. Потом... Кто? Аркан? Забрал, да. Это что за хуйня произошла, я не понял. Ну, он сказал, отбей свое кольцо на него, он его забрал. Аркан у нас один в гильдии, это Джокер злой? Это был вроде Джокер, да. Блять, уже второе хило кольцо отдают магу. Тогда я был, в этот раз меня не было. Что это за нахуй происходит?
Вага, сколько ты в этого ворка даешь? Тут у меня знакомый интересуется. На ретрике. О, не помню. Ну, у тебя средний ДПС 26-27, да, вроде бы? Честно, я не помню. Так, а что еще там упало? Говори со ракет, популяризируй арпалов. Не, полтос. О, полтос. Да сегодня пойдем в ОКО обычку, я ему потом линкану что-то там на дамаж. Ну, вы типа на роботе. Первым составом сегодня в ОКО идете? Да, в обычку. О, может с вами схожу. Типа на роботе интереснее всего вот мериться ДПСом. Главное только не сдохнуть. Так что там за лут-то был в РСке вечерний? Да там, короче, вот это кольцо и что-то еще какая-то шляпа. Ну, так себе вроде лут был. Ну, главное, мили чешки не было, да? А, я вспомнил. А, РДД чешка была точно на СПД и еще какая-то штука. Сапоги, по-моему, что ли, какие-то там, но не апокалы. Сейчас я найду. Танковские сапоги, РДД чешка и... Да-да, точно, и ковадного в спек забрал танк. Кстати, никто не знает, сколько вот эта милишная чешка РПБ в процентах дает. Может, кто-нибудь недавно сталкивался. Ты посчитай просто. Какую-нибудь шмотку возьми, у тебя с РПБ надень ее, сними ее. 1% 14. Раздели количество РПБ чешки на 14, узнаешь точный процентаж. 1% это 14 РПБ? Ну, наверное, да, раскап 1400. Ну, там же не 100%, наверное, люди собирают. Ебать. Я не, спасибо, я понял. Охуенно, да, придумал? Да, кстати, я чуть сразу не сообразил. Вот. И то, не отличник я по математике. Не, ну я просто РПБ ни на какого перса не собираю. Вот на мутика хочу чуть-чуть собрать. Да, и где мне взять 143 хаста, пиздец? У тебя сколько хасты? 557. У тебя сколько надо? 130? 143 мне надо. Чтоб было 800 там? 700. Ну хуй знает. Я слышишь? Смотрю, как Элх разваливает на флешке. Это неплохо. Короче, 13. Когда все 200-е левелы, типа, Элх разваливает. Ну там, наверное, один волк убьет, если одета им. 200-го. Или Энх тоже 200-го. Энх? Тот. Ну, волки типа да, вносят импакт. Они мешают. Еще и станчик могут дать. А никто не знает ничего про вот этот сокрушительный груз. Также стандартно прокает. Или может быть он тут плохо как-нибудь прокает. Как воля. Только цифры побольше. Лёхе тоже надо ГП прописать. Лёха тоже забил на все. Не которые как воля, а которые АП. Пассивно АП включается АП. Да, Лёхе. Чё? Я говорю, тебе тоже надо ГП прописать. Ты что-то тоже на все забил. Или стареешь. Он с Вагой мы разговаривали. Шмот как-то раздают непонятно, кольца раздают непонятно, все остальное раздают непонятно. У меня просто вреди не было. Ну типа да, блядь, уже второе кольцо хиловское с РСХМ отдается магу. Первый раз я вот не помню, кому это отдали, но это что-то прям слишком. Не, ну если человек сказал, что как бы он носит его и он его будет носить, то почему нет, он ГП за него взял, типа.
Ну, если только в таком ракурсе. Ну, конечно, да. В таком. Он же сказал, типа, он же дамагер, он не может без ГП шмот лутать. Он сказал, я буду его носить, оно бисовое на меня 284. Просто слишком много хитрозделанных у нас появляется. Смотри, просто такой пример. Я как понимаю, во вчерашнем рейде это кольцо было прям очень нужно шторму. Шторм, хоть и рестор у него в спек, хилит он крайне часто, соответственно, это кольцо должно было уйти ему, либо другому хилу. А вот почему магу отдали, это, конечно, да, прикольно. Которое с МП5 кольцо? Да. С РСХМ, да. Чё мне? Сказали? Ну ничего, знаешь, в следующий раз все будет лучше. Я вообще не понимаю, почему же прошлый человек, который по КХМ не ходит, тому человеку, который по КХМ. Так, ладно. Всем хорошего. Если что, короче, пишите, звоните о КХМ, если буду нужен. Войд, ты охоту уже всеми своими перезакрывал? Угу. Отвратительно. Где там Библ? Мне нужно убить пятую карту. Ты что, охоту идешь закрывающих? Да мне ханту надо сделать, что-то никто не собирает. Мне на паладина надо. И мне тоже надо. Как будет кто-то. Ну и коня-то можно собрать. Да и коня это... Ладно, это хрень, это там потом 25-ки вначале. Когда все бомжи бегают. В 50-м, да, вода? 185-м, я уже 200. Танк 202-й там. Максимальный там левел у людей. 200. И как выйти отсюда теперь, самое главное, блядь? Заблудился. Ну, тут вот эту курицу убил дракона. И как уйти-то, блядь? А глаза нет или чего-нибудь такого там, портала рядом? А чё-то, блядь, нет, не знаю. Не возвращу. Ебать. Как так-то? Пусть кто-нибудь пати кинет, типа, и выйди из пати, тебя выкинет оттуда. Нексус, блядь. Кто это придумал, блядь? Это столько мучений стоит посох, блядь. Ну, в мопник, блядь. Только началом. Ну да, мучения будут дальше. Потому что душ фармить надо до хрена по сравнению с Шеймом. Бага, а колба у нас продается геровская, нет вообще? Или она кому-то надо? Это мы. И за сколько бы ее нормально продать? За 80? За сотку? Ну, поскольку Трини это совсем дерьмо, и она нужна только Редри, навряд ли за нее много дадут. Ну цена, ну Трини же хорошая, правильно? За 40, за... Да нет, это плохая Трини, она только на один класс идет. Ну за 50 можно. Типа 80, да, это дохренище, по-моему. Полтинник типа нормально, да, думаете? Так попробуй предложи, я думаю, откажется. Ну, я бы за 20. Ну, потому что 3 не единственное. Если за полтос не согласится, предлагай 40.
Если за 40 не захочешь, ну 35 скажи. А если ниже, то да, пускай. Да ну я бы не взял человека за 35, блять, на треню, которая геровская и для бисова, для него можно сказать. Вот для ветрика на бис. Че за треня? Колба гер. 100 тысяч нахуй. Да я вот тоже думаю за 100к, блядь. Цены, блядь. Нет, ну ведь, конечно, желающий ее паладин не шарит, даст сотку, это будет круто. Не, если... человек 100 даст, и это не против. Пофиг. Хоть за 200. Я просто говорю реально. Потому что колба идет на класс. И один. Тут на грубль магика собирают. Да ладно, где? Кто? Так. Кидать пать? Я ассист взял. Сейчас на ханте буду. Да, не спешите, тут только две группы собрали. Забей нам два места. Два под ДД или танк ТД? Я танком. Я хант. Напиши, танк будет через 5 минут. Я не могу просто отлипнуть от аука. Мне, блядь, статов не хватает, сука. Не надо было. А, чего? Или наруч не надо было тогда брать. Да, я даже 600 хаста не могу до развития, но вообще печалька. Камень кдшится, когда ты это с персонажа выходит. Да. Ты в курсе, ага? Да, он откатится. А ты по гайду, который на форуме, да, про Фурика, там тип писал про 700-800 хосты, да? Нет. У меня вообще своя идея. Пока что я реализовал только один игрок на сервере, это Акита. Потому что у него брюлей дохуя, статов дохуя. А чё за идея? Фетиш сплетения. А чё по мете? Тоже проковый? Нет, конечно. Не проковый. Мета крит. Угу. Там просто еще и надо в конце отказаться от всех проков. Типа шею с острова нахуй, кольцо с целка нахуй, партняшка с плаща тоже нахуй. Ну, у Акита просто статов очень много, у него там випка, наверное, процентов 5, если не... И брюлей хренова гора. Ну, жесть я это все провернул. А я вот не могу даже половину этого сделать. Там, блядь, брюлей все упирается, если все охуенно делать, типа, как хочется. Ну типа да, можно брюликов на хас накрутить. А у меня два брюля, вон на РПБ стоит. Вообще печалька. Я вот думаю, как себе без брюлей сделать нормальную хуйню, блядь, чтобы хотя бы 22 доводили. Тебе надо по-любому проковую мету ставить, по-моему. Да, в принципе, прокают часто. Что там, 30 секунд мне ПД? А я не помню. Даже не помню, сколько вот эта вот усиленная мета хасты дает. 720. Короче, осталось дождаться Мозера и Бит.
пятую карту. С пятой карты смогу. Что у них они активно собирают? Новых нет. Я пойду, отойду по-быстрому, покурю, как раз может он что-нибудь собирает. Он спамит, он этими маленькими буквами. А, вот этот Ace DP. Угу. Можешь самим собирать. Так и нахуя вы с ним идете, он на грула только собирает, там что, магик? Не, он так просто пишет коряво. Я его спросил, грул магик, он да, грул, потом магик. Ну я думаю, там хуйня будет у вас не рейд. Обнадежил. Идите, давайте в гир соберемся, сходим, чё вы паритесь. Так, кто собирать будет? Блять, гильдей же и соберем хоть там. 10 человек в гильдей, остальные пуги, все, unroll, go, пофас. Войд, твое время пришло. Блять, ну нашли, блядь. Я тут бегу по Нагорью орать, блять. Какую-то хуйню ищу, короче, в локмадане. У меня тем более знакома Unholy DK, которую весь трэш будет сдувать сол. Да, а чё, обычка быстрее просто пройдётся. Ну, быстрее, просто в обычку идут люди 235 плюс, там 240 плюс, которые кубы не умеют нажимать, а в гер такие люди не ходят, туда ходят только те, кто шарит. Да не, в гере я тоже видел приключения на магике. Так что там всё бывает. Как уж повезёт, раз на раз не приходится. Я вот думаю, может на форум темку ебануть предложение для Т5, чтобы Unholy DK в Т5 сделали костяной щит вообще без зарядов. Ну типа как просто баф. Так, губа не дура. Пиздец, них. Не, ну а чё, вот у Лока связка души, допустим. Ну пока, конечно, Пет жив, типа у меня такая же хуйня на 20% минус урона. Ну в Пета точнее урон идет. И тут можно было бы, допустим, сделать так же. Пока Пет живой, в него, допустим, эта хуйня костяной щит перенаправляет 20% урона, а хули нет, какая разница? То есть что ты лок, и так что, блядь, очень живучий ДК, а тебе еще и связку как лок давай. Ну я там тоже очень живучий лок, между прочим, у меня там 40 хп почти, я сосу хп, блядь, по 2,5 тика в секунду, по 15-20к. Зажрался. Типа в ДК у меня нет отхила, а в Локе есть, и в Локе у меня еще и связка есть, а тут нет. Типа, как это нет? Там есть отхил. Удар смерти. Да, поюзаешь его в ПВЕ. Ну так, в крайнем случае можно да, тыкать. Ну, я лучше сдохну, чем буду в удар смерти нажимать. Ладно, Пэт сажать можно. Ага, конечно, и полминуты ждать, пока он откулдаунится, вот здорово. Ну все же лучше, чем на ровном месте упасть. Лучше уж тогда войско мертвых прожать, когда пиздец притыкает. Не, просто тут фишка в том, что я вот на Личе заметил какая-то хрень, не знаю, должна так быть или нет. У меня щит слетал постоянно. По идее, от простого АОЕ щит не слетает заряды. Ну, в любом месте так работает, то есть на синдре еще где-то. А на Личе постоянно спадывает, как будто меня кто-то пиздит. И вот это очень печально. Подожди, типа, он... а ты танковал или что? Как я мог танковать в Анхолике, ну что ты? А, ну может мобы тебе хуярили, блядь. Как, какие наличия мобы? Ну, вурдалаки. Которые на второй фазе. Нет, на второй фазе. Ну, вальки, когда похищение души жизни используют, они это кидают куда-то. Ну нет, там не было трэша, не было валик, я
один или два раза в Альке был, а у меня щит постоянно, я его обновляю, смотрю, он опять пропал. Чё, думаю, ты намекаешь, что типа, заражение стакси, да? Да, может заражение, хотя такого быть не должно. Поэтому я и говорю, чтобы эту всю хуйню одним разом пофиксить на каждом боссе, может просто попросить в Т5 без зарядов сделать и все. Но хули, блядь, я его что, обновлять должен, что ли? Он, блядь, минута КД у него. Короче, еще и руны же. Оказывайся сразу в бесконечную Гаргулью. Ну, это уже... Один раз призвал, и до конца бой живет. Прекрасно. Вместе с вардалаком пусть бегает, летает, хуячит, да? Конечно. Еще и управляете, чтобы можно было. Само собой. Чтоб урон делился сразу. И на вурдалака, и на гаргулью. Не, ну а чё такого, типа, чё такого имба будет? Щит, типа, он только урон снижает, то что он там 3% урона дает, ну, типа, хуй с ним. А то, что 20%, блядь, все равно это тебе не даст где-то обузить, чтобы стоять в зиме, допустим, как локу на личе. Все равно это, ну, нихуя не даст ничего, по факту. То, что у меня будет постоянно 20% снижения, это нигде не поможет вообще. Типа, я и так нигде не дохну, что щитом, что без щита. Если мне пиздец, я нажму незыблемость, допустим, или зеленку. А так, ну, будет висеть, и 3% постоянно будет. Чё, хуёво, что ли? Зажрался. Распалась группа, другой начал собирать. Ну, вот это вроде бы адекватный, там мешок ролится, там все ролится. Ну, квест. Сейчас ханта плюс оно. Вот это топ рв... Блин, топ рв лобу, да? Ну, у тебя промоут есть? Чё, гляну. Чё? Да, да. А как мне так у тебя дела? Хуёво. Камень КД 17 минут, блять. Я куда-то еду, хуй пойми куда. Глубго плюс поставил. Бой, ты чё ты кару гер не собираешь, не ходишь? Ты вроде во все даже в РС обучку ходишь, а в кару гер не. А что там делать? В смысле, чё там делать? А чё ты в РС обучке делаешь? Чё на тебя на роли? Ну а в каре гер ты печеньки продавай. Малдезара так делал. Ты видишь Малдезара? И я не вижу. А он вас видит. Да? Как с сусликом. Заодно Долоруса бы триньку поанролил, там хуй его знает. Да я не шарю там тактику, блядь. В смысле? Я тебе расскажу тактику, что ты переживаешь. Время надо все это, блядь. Ну да, кстати, в Каригер-то квест продается всегда. Ты долгоногу налог, что ли, хочешь? Конечно. Бисовая трения на Африка, ты что? На Африка, да. На Афли, конечно. Ебать, а там тридцатку, наверное, выдам. Нас запоминает доту и усиливает ее. Триня на Африку? На Африку, на Африку. Я так 27 даю, а с ней, блядь, тридцатка точно, наверное, будет. Слава Синдарай. Плюс, если еще я с Коника договорюсь, он мне, когда я скажу, кинет триксы, у меня будет... Прокс 3 не 30, плюс 15 триксов 45%, как ебать. Ну, чё началось-то? Триксы еще захотел. Вага, ты где там в скаде? А, кстати, это... Не знаю, конечно, на Ругу она сработает, не сработает, это долгоно. Нет. Ну, она не как фетиш, да? Я там, не знаю, там написано вроде от способности, я хуй знает. Не, по-моему, там от заклинаний, нет? Я не помню. Ну зачем она СПД стакает? Нахуя тебе СПД на руку? А как эту хуйню собирать? Серебро-то это, Чё за хуйня? Да там, ну дело в этих 30%.
Слушайте, кто там на шем делал, блять, как собирать? А, вон хуйня какая-то, увидел. Это шумутика дота, она, наверное, сильнее, чем у любого афлика дота. Чем все, наверное, вместе. А сколько она у тебя тикает? Тикает она, ну, сегодня в РСке видел 18к. Затем. Но она у тебя 18к тикает, сколько она висит, и она что, бесконечно, она обновляется или? Висит. Ты не сможешь ее просто активировать. Да, не, для активации нужно атакующее заклинание. Я бы не пробовал, но просто было бы прикольно, если вдруг оно как-то там багами работало. Может, там яд за заклинание посчитает. Хотя вот, ну, на манекене все, блин, хорошо, замечательно. На боссе, чтобы поймать все эти проки, блин, ну это прям нереально. А этот, кстати, Ретрик, который с танка с пеком был, он тоже ливнул, да, со стариком? Драгонсон? Да. Драгонсон? Да, я услышал уже. Не, это я спросил, а то мы как-то попали в CLK-25 обычку в Раска, но я там твинком был, и был еще паладин Драгонсон. И вот он, короче, его обгонял на 5000 ДПС, и там что все спорили вокруг них. Ну, на Сурфе точно, по-моему, на 5 с копейками обогнал его. Ну, на остальных боссов 3-5. Я думаю, в Раска, ну, он сильный паладин. Типа, ну, самый сильный. В ДВ статике. Нет, Драгон получше был. А Драгон сильнее, чем твой паладин? Нет. Нихуя, это 20 этих петухов убить, еще и молот какой-то, ебать. Сука. Короче, в РТ-то не попадаешь.
Убил, блядь, петухов этих. Ничего, прикольный квест. Так а что дали? Ну там какой-то молоток я взял. Моба. Да это последнее эпическое, это что ты получил, да? Да. Ну там надо в Долоран теперь там встать ему все это говно. Это прям как предмет или как квесты там просто эпические? Может на него мышкой щелкнуть? Квесты там, эпический молот, грот. А у тебя сколько персонажей, которыми ты закрываешь охоту? 4. Вообще 3. Просто квеста нет. Я пока не могу. А они на одном аккаунте? На разных. Ну ты я что-то не подумал. 4 на одном сделал, а теперь, блин, охоту делать. Перенести на другой аккаунт вообще нету такой возможности, да? Да. Где теперь этот челик будет, блядь? С молотом. Справедливость восторжествует. У престов же тоже, ну, одну секунду бы когда или полторы. Никто не знает, а ты просто посмотрел там тир 5, он получается вообще без ГКД щиты, что ли, вешает? Да. Вообще, то есть нету, то есть можно прям тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Есть рейд, может быть, в щитах. Не, ну... там полсекунды же, нет? Разве? Секунду там, да. Секунда там убирает, на одну секунду уменьшает. Ну, на одну. ГКД это одна секунда. Ну и уменьшает, там в тире написано на одну секунду, по крайней мере. Должно быть 0.5, по идее, то есть 2 счета в секунду, по идее. Ну я хуй. Ну короче, смысл такой, что за 2.5 ты шилдуешь весь рейд абсолютно. Типа там в 2 раза быстрее ты, короче, считаешь, чем обычно. Нихуя. А как делать-то эту хуйню, блядь? Вот этот тип мне говорит, давай перекуем этот, блядь, посох нахуй. Ну давай начнем, типа... И ну хуяк начинаем. Добавь, говорит, кори, а как добавить-то, блядь? Как вытупит на этом квесте. Все, говорит, испорчено, давай заново, типа, ебать. Че за хуйня? Ну там, ты че, такие квесты, типа, там рядом должно быть, рядом с этим челом, типа, как бы активные эти, да, ингредиенты. Ты тыкаешь потому, что он просит. Есть 4 активных ингредиента справа и 2 слева, там вода и что-то еще. О, тыкаю что-то. Так, отлично, заебись, говорит. Сука. Да скинь этот квест, ты Ренаску с ролей не парься, чё ты, блядь, начинаешь? Охлади основание. Так а что ж это получается? Вот я сейчас открыл, посмотрел, одну секунду, ГКД одна секунда, то есть вообще нету ГКД. То есть можно тупо сделать макрос, типа последовательно на слоты навешивать и просто его спамить тупо, у тебя весь рейд будет в счетах.
Так нет. Ну да, ты можешь зашилдовать весь рейд. Сперва посмотри, сколько у тебя точно будет ГКД, не будет там. Войт, он тебе, блядь, пишет, что надо добавить. Да я, блядь, не... Ну, я не ебу нахуй, я не знал, что это бочка, ебать. Вечное солнце курва. Управляет нас. Я вижу, нахуй. Добавь золото. Вот это золото, да? Ну, одна секунда. Одна секунда при стагу ГКД. И убирает одну секунду. Да там в этой Фарадей, там в этой гильдии там пару человек буквально. Ну, человек. Не пару, но состав там такой соберется. Лучше. Такое все. Сука. А где олово-то, ебать его некому? Падла. В Мараудоне вроде собирает. Парни воло. Смотри, нихуя его заебал. Солнце направляет. Все, заебись, говорит. А, хорош. Ебать. Он, наверное, заебался, какой-то дурак просить. Говорит, все сначала, да нихуя себе. Ебать. Да хули там еще тесная комната, эти еще пиздят нахуй. Типы какие-то левые рядом. Ну, теперь тебе предстоит долгие 2500. Так, маленькая победа какая-то. Прототип Ока Керентора. Что за хуйня? Населяющие останки нежити. Стабильную корону. Ладно, возьмем квест. Конденсация магии. Да вот это, да? О, нихуя. 0 из 200 500. Пиздец. Как это сделать теперь? Вот это око надо юзать, да? Да. Ебануться, еще КД 10 секунд. Она сасывает все души вокруг. А посох есть смысл носить этот? У меня, короче, теренаска с обычки, катушка с обычки. По статам получается 123 крита хосты, а здесь по 131. И красных дырок. А тут дырок 0. Значит, посох лучше будет, да? Катать на своего пока что. Ничего. Так, СПДшка, 792, 740. Ну камни перебьют. Плюс хосты крита больше. По статам еще. Короче, посох лучше, да, ведь?